потребовала, дайте все-таки номер нормальный постановления и стену, и потребовала распечатку, мне дали документ, в котором указывается, что оказывается не мы должны все-таки брать одно это, ходить по предприятию, а биржа труда нам должна была предоставить эти все. Улада вызволила Александра Семенова от сплаты этого податку. Але что это означает? Улада вызволила только одного человека, так? А на сегодняшний момент 420 тысяч белорусских громадян признаны дармоедами. И они не сплатили этот податок. И 420 тысяч человек стоят за спиной и снова же кажут, мы придем в суд. Вот так, как это сделал Александр. Что это означает? Ти готова улада так само этих людей вызволить от податку? Так называемого дармоедского, да? И тем больше працеуладковать этих людей. Конечно, нет. Декрет должен быть отменен. Он касается разной судьбы у людей, у каждого своя индивидуальная жизнь. Ну, вот такое мое мнение.